Всем привет, ребята, с вами снова ученый Эдисон Евгений, и сегодня мы опять будем ставить эксперименты друг на друге, да. Да-да-да, ребята, всем привет, привет, спасибо большое за ваши лайки, вы самые крутые, самые хорошие, только благодаря вам мы записываем эту серию, да, я ученый. Так, конечно, да, поэтому, ребята, вы сразу вот прямо сейчас ставьте лайки, вот прямо ставьте, чтобы мы побежали записывать еще одну новую серию. Где я, ученый, сюда, не-не-не, это мое. Пошел отсюда, пошел, все, давай, быстро. Ты сумасшедший, я. В общем, ребята, вот новая серия 10 способов, как убить друга. И в этой серии я построил Жеке тест на скорость. То есть, я вам расскажу основную фишку вот этого способа убить своего друга. Ему нужно будет нажать на вот эту кнопку и добежать вот до этого алмазного блока, потому что ему на голову стукнется наковальня. Но просто так он не сможет добежать. Ему на вот этой всей карте нужно будет найти ингредиенты для того, чтобы скрафтить зелье скорости. И только после того, как он его скрафтит, выпьет, он сможет добежать вот сюда и умереть. Ну, то есть Жеке нужно будет все же попариться, чтобы пройти мою карту. Поэтому меньше слов, больше дела. Сначала пойдем к Жендосу, пройдем его карту и потом вернемся на мою. Поэтому, ребята, поехали. Ну что, сумасшедшие ученые? Ну что, я тут, заходите, побыстрее. Сегодня да. я нашел новый способ умереть, да, я вас сегодня буду убивать. Только перед этим правило. Ты не можешь ломать блоки, но ты можешь ставить только активаторы и только на красную шерсть. А еще подожди. Активаторы? Да, а любые активаторы ты можешь ставить только на красную шерсть. Mm-hmm. Никакие другие блоки. Чё это такие? Не хочу я фары твои. Это тебе пригодится. Давай, Эдисон. Чё, как мне тут пройти? Алло. Даже не знаю. Ну вот смотри, падай в каньон, ты как бы умрёшь. Тебе же надо умереть. Не забывай. Эх, не получилось. И дальше чё? Ой, я не знаю, Эдисон, Ой, сейчас бы полчаса. Так, хорошо. Давай. Я не могу понять, как мне пройти. Ну смотри, кое-что покажу. Такой берешь, такой. Да, ты прям паркурщик, Жека, да, паркурщик. Да. Ты прям давай, паркурщик, давай. Жека, я не представляю. Ну, это как бы нубас в Майнкрафте, понимаете? Наш сумасшедший ученый анубел. Вот, и не может перепрыгнуть. Три блока дубил! Какие три блока? Нереально тут три блока перепрыгнуть. Я только что Четыре блока нереально перепрыгнуть, максимум три. Дебик! Перед тобой только что перепрыгну, давай. Ладно, Эдис, давай, пробуй. У тебя получится. Давай. Ну, нереально. Нереально. Так, что это за трупак? Что это за трупак такой, не знаю. 0-3, я нашел 0-3, Жек, я 0-3. 0-3? Ну, хорошо. Эдисон, тебе нужно найти 4 циферки. Обязательно тебе нужно найти 4 циферки. Что ты там придумал? Я же на камере такой прыгнулся. Опа, еще одну нашел. Нифига ты жесткий. 3-4. А что такое 0-3-3-4? Капец, реально, ты нашел все мои скрытые это. Я случайно тыкал, просто ходил, тыкал и все. Так, хорошо. Так, тут ничего нету, да? Да. Я спрыгнуть там никак не могу, да? Чего? Говорю, я спрыгнуть там точно никак не могу, да? А может, можешь, я не знаю, как бы, не знаю. Эх, не горится, да? Эх, не умирается. Не умираю, я уже привык, что до троллинг, я умираю от воды. Так, хорошо. Ты не умираешь, Эдисон. Хорошо. А ты вообще понял, для чего ты ищешь цифры-то? Понял? Ты какой-то код, 100%. Ну ты проверь. 0-3-3-4, да? 0-3-3-4. Ты нашел только две цифры, Эдисон. В смысле две цифры? Как? Ну там смотри, там как бы вначале пишется цифра, а потом ее порядок. Ну, то есть... 3-4. Прикольно! Тебе еще две циферки нужно найти, Эдисон, давай ищи. Жека, ты прям вижу шутничок, да, как я понял? Еще две циферки, да? Еще всего лишь две циферки, ты за 2 минуты нашел две циферки. Ага, да, какой-то люк, и там еще что-то есть, только я не понимаю, что это такие. Что это? А, это, видимо, от песка, нет, что-то не умирается. Эх, не умирает. Да ну! Как это так работает, что ты сам не падает, да? Ах ты читер. Ну что, давай. Жека, почему не падает песок? У меня такой вопрос, почему? Может там что-то... Ну, Эдисон, это магический песок. Опа! Опа! Значит, тут есть цифрика, да? Сундук он сделал. Так, последняя цифрика. Давай. Ищи. Карточка. Он читак, он все обнаруживает. Я волхак, Жека. Абсолютно все мои скрытые походы обнаружил.
Опа, что это такое тут? Эдисон, смотри, тут ты можешь набирать бесконечные вещи, и ты должен придумать, что с ними делать, понимаешь? Нет. Хоть сколько можешь набирать, как бы, да? В смысле, что мне с ними делать? Как я, откуда я могу знать, что мне с ними делать? Вот ты их возьми, возможно, потом ты поймешь. Возможно, а может, нет. Жека, мне это не нравится, честно скажу, потому что крафтинг, вот это выживание, вот это все. Эдисон, тут все намного проще, чем ты думаешь. Да по одной копии возьми, не надо тебе много набирать. Ну все, все, уходи отсюда. Уходи. Да, Эдисон, так, хорошо, уходи. И что дальше? Подожди, ты нашел, да? Я все нашел. Он читер, я говорю, 4 моих скрытых цифры нашел. Давай, вводи код и заходи. Подожди, да, да я разберусь. Давай, так, 1-7-0. Ааа! 17-03. Ну хорошо, мне это нравится, мне это нравится. Ой, что за звук. Так, я тоже тут зайду. Эдисон, помнишь ты. Ой, слушай, я тут тупанул опять. Немножечко. Тебе нужно поставить активатор вот на красную шерсть. Какой черт активатор? Ну вот у тебя есть какие-то вещи, которые ты нашел, может они тебе помогут, не знаю. Да какой черт активатор? Так, хорошо. Ну давай, перечисляй, что у тебя там есть? Есть паутинка, есть редстоун. Редстоун. Активатор. Эдисон, вообще, я тебе говорю, нельзя ломать. Тут поставил, ломать уже больше нельзя. Хорошо, у меня есть редстоун, у меня есть глоустоун, у меня есть, ага, может. Все намного проще, чем ты думаешь, Эдисон, все намного проще. Нет, это так не работает, так не работает. Ну, я поставил активатор, что дальше? Да, поставил, ну все, проходи. Ты Москву, ой, тут еще что-то есть. Тут еще что-то есть. Да, Эдисон, что это такое, слушай, песок падает. Хрена он мне тут падает. Ты забирай песок, забирай. Ну, дальше. Так, давай, Эдисон, у тебя есть верстак и песок, что ты будешь с ним делать? Ставить песок ты не можешь. Я знаю, что мне с ним делать, алло. Чё за... Давай подумаем, чё за тупые... Отдай! Я так и знал, что ты быстро догадаешься, поэтому я подготовил немножко как бы получше смерти. В смысле? Я не хочу, я хочу ТНТ взорваться, жопу себе поджечь. Да, ТНТ. Эдисон, вставай сюда. Не хочу. Вот сюда встань. Сюда. Вот сюда. Ну. Вот, и не вставай, пока на нажимную плиту. Не вставай. Вот, ура, ученые, давай, поджигайте меня. Ну ты встань и просто стой на ней. Ура, мы прошли. Ради науки! Космос! По красоте просто, по красоте. По красоте. Это все ради науки, ребята, все ради науки. Все ради науки, мы умираем только ради науки. Во имя науки. Ой, ну прикольно, мне понравилась карта, мне понравилось. Хорошо, давай, я готов пройти на твою карту. Давай, Жека, давай, пошли ко мне, пошли к 17.03, давай, пошли. Прикольно. Так, хорошо, Жека, ты меня ждешь, ученый, вы меня ждете, пошли, давай, заходите. Давайте, вам нужно самому найти способ, как умереть. Ну, хорошо, кнопочка. Угу. Ага. Ну это просто, по идее. Нет, я не успею добежать, по идее, да? Значит, что-то не так. И ты уже сюда не сможешь пойти, потому что тут наковальни. Нужно их как-то сломать. Жека, на этой карте все, что ты можешь ломать, у тебя будет кирка, но все, что ты можешь ломать, это только наковальни. Хорошо, я понял. Давай. Надо нам потом с тобой научиться, как это в Димоге 2 можно делать. Да. Так, вот здесь сундук, который нельзя открыть. В смысле нельзя? Можно открыть его. В смысле, не открывается. Да, вот, можно. Вот, попробуй сейчас. Хорошо. Плохой сундук, мне его лучше не открывать, я понял. Так, какие-то туалеты непонятные. Да почему, Жек? Мне кажется, тебе туда надо. Не, мне это не надо. Пещеру тебе надо? Ну ладно, потом поймёшь. Так, вначале всё прочекаю, подожди. Так, подожди, а в туалетах ничего нет наверху там? Может есть, может нет, откуда я знаю? Ученый, вам все надо найти, вам? Ага, все, я вижу, я нашел. Чё ты нашёл? Ах ты паскуда, ну хорошо. Так, хорошо. Все, я пошел в домик. Так, давай, в домик, давай, ученый, вам надо найти способ, как стать флешем, чтобы быстро бегать. Ага, я понял. Хорошо. Так, мне нужны бутылочки. Бутылочка есть, ну. Да, будильника нет, не нужен мне будильник. Не, давайте ищите, во имя науки, ищите. Во имя науки, хорошо. Во имя науки.
А где? Ой, слушай, у меня тут вещи остались в моей карте. Ну, ладно, прикольно, прикольно. Да, давай, давайте. Ученые, выбегайте, выбегайте. Так, я что-то не понял, я у меня только бутылки и все. Ну, я не знаю, Это вы тут все решаете, ученый. Слушай, подожди, Эдисон, я давай сделаю вот так, а то мне это напрягает сейчас. Не трогай мои вещи, клиер пропишу, вот, все, теперь мое. Так, непонятно, короче, ладно. Хорошо, хорошо, давай, 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 да. Так, что может тебе... быть, в мусорке где-то? Так, не, подожди, может быть, здесь где-то? Может быть, что-нибудь тут? Не, походу, ничего нету. Так, подожди, я ничего не понимаю. ну бутылочки есть, могу набрать воды. Ну вот, догадался. Ну все хорошо. Так, ну все, хорошо, хорошо. Только теперь мне нужна алхимическая стойка. Где ее взять, я тоже не особо понимаю. Я как бы все понимаю, но она у тебя дома была перед глазами. Да? Да. Да. Единственное, что это за катакомбы? А вот такие катакомбы тебе нужно найти. Еще мне говорит, что трудно там выбираться откуда-то. Опа, нашел. Подожди, реально в доме была алхимическая стойка? Да. Вот. А, вот. Ну, слепошары просто. Так, хорошо, хорошо, Женьдос, молодец. Только подожди, ингредиентов-то у меня нет. Ингредиентов, да, нету. Надо найти. Так, хорошо. Вот я что тебе надо? Вот какие тебе надо ресурсы? Что ты вообще хочешь крафтить? Ну, я могу ломать тростник или не могу? А что ты вообще хочешь крафтить? Ну, зелье скорости. А зачем? Ну, чтобы добежать до наковальни и сдох. А, ну хорошо, молодец, ученый, у вас мозги еще варят, да. Тростник ты можешь ломать, давай. Хорошо, ну я как бы его хотел сломать, но потом ты мне сказал, что только наковальню. Мне кажется, тебе одного хватит, ну ладно, может, в принципе, все. Так, ладно, у меня есть куча сахара, 24 штуки. А, мне, подожди, мне еще нужна бородавка. Где ее найти? Так, Жека, я тебе дам подсказочку, знаешь какую? Чтобы ты зря не тратил ресурсы, тебе нужно зелье скорости на 40%, потому что на 20 ты не успеешь никак. Я понял, то есть тестировал. Мне нужна бородавка и мне нужна светопыль. Да, только где ее найти? Так, я не хочу больше прыгать. Ладно, я схожу еще раз в пещеру. Я не особо понял, что там вообще такое. Хорошо. Ну стоп, здесь у нас просто... Я не успею взять оттуда вещи, Эдисон. Да? Оно меня мгновенно телепортирует, я даже не могу посмотреть, что там за вещь. Да? Может, ты просто глаза разуешь и посмотришь хорошенько? Ученый, я понимаю то, что у вас со зрением все очень плохо, да? Но может, все же как-то, что-то... Ну, факел ничего не активирует. Что-то посмотреть, ну я не знаю, ну ученый, ну вы слепые, я понимаю, ну вы не тупые, но в этот момент тупые. Понял, все, кирка есть. Молодец, молодец, ученый, вот прямо затупи. У меня почему-то пол, ученый, вот инженера, не знаете, у меня пол не работает, вот смотрите, ученый. Вот у меня проблемка, да? Я построил, вот смотрите, там были командные блоки, чтобы вас тпшили, да? А пол почему-то не работает, мать, ну хорошо, ученый, не... Это такое, не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Учтём. Так, хорошо, я ломаю наковальню. Хорошо, молодец. Молодец. Не, так, ученый, так это не работает, ученый. Ну хорошо, хорошо. Ну. А почему так не работает? Да потому что так нельзя, ученый. Хорошо, ладно. Подожди, я могу ломать только наковальню, правильно? Да, только наковальню. Я не могу понять, где взять мне бородавки твои? Бородавочные. В воде, может, что-то плавает? Может быть. Что-то в воде плавает. Может что-то в воде плавает. Может... Может там что-то в воде плавает, да. 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 Ученый, вы очень невнимательный ученый. Женьдос, вы очень невнимательный. Вот честно тебе скажу. Да в смысле? Очень-очень-очень невнимательный. Вот настолько... Что такое? Вот прям настолько невнимательный, что прям... Я уверен, вы сейчас мои зрители тоже ничего не видят. Вот что, где, вот что? Тут... Не может быть! Ну так, хорошо, глоустоун, но мне нужна бородавка в любом случае. Бородавка. Где может быть бородавка? Вот подумайте, ученые, вот сообразите мозгами, пошевелите. Пошевелите. Бородавка растет в аду. Ада здесь нету. Здесь есть пещера. Она растет в темном помещении. В темном. В темном причемном. Даю подсказочку. Прям темно, страшно, сыро. Ну хорошо, там пещера, как бы. В пещере? Темно, страшно, сыро. Сырость. Сырость. Ну, в пещере. Тут, да? Ты видишь где-то сырость? Станет. Я не понимаю, что... Как вообще в Майнкрафте можно сырость изобрести? Такой сырость. Сырость и возле воды должна быть. Ну? В темном месте, возле воды. В темном помещении, возле воды. В темном помещении, В темном помещении. Вот не знаю.
Ой, боже ты мой. Катакомбы, катакомбы. Так, что тут есть? Тут не сыр, тут просто катакомбы. Ты не обманываешь. Так, сыра, вода, вода. Вода. Ничего так, ничего нету. Нет, ничего нету, ничего нету. Так, хорошо, хорошо, там есть что-то? Вот нужно нажать на кнопочку. Так, стоп, не-не-не, я телепортируюсь, не хочу. Да, можно, ну как хочешь. Мне кажется, вот катакомбы просто везде и просто одинаковые, поэтому, ну ладно, хорошо. Да, ну ладно, хорошо, я нажму на кнопочку. Ну, я не знаю, тебе нужно найти последний ингредиент. Да, ну мне просто репортирую. Ну я тебя просто обманываю. Я тебя затроллил не в троллинге, ну хорошо. Так, подожди. Ты можешь еще раз нажать, может там пару раз надо нажать, отстань, чтобы активировать что-то, активировать. Отстань! Ну хорошо, хорошо, я отстану. Я куда-то плыву, о, слушай, плыву. О, сундук. Опа! Хорошо, хорошо, обратно, 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 плывите, плывите! Помогите, помогите! Так, я запутался, вот сюда вроде, да? Не знаю, потом вот сюда, и потом вот сюда. Ты прям картодел, слушай. Mm-hmm. Так, хорошо. Все, я готова. Ты готова, ты готова. Давай, давай. Учёный. Ой, поехали. Бородавочка пошла. Да. Ждем. Да. А что ты делаешь? Что ты? Ты комментируй свои действия, записывай в дневник. Ну, хорошо, хорошо. Я как бы делаю, ребят, я для вас открываю просто секрет, как бы. Ну, всего Майнкрафта. Рецепт. Хорошо. Секретный рецепт. Какой? Ну. Мы рецепт делаем Авквард Потион. Авквард? Чтобы сделать Авквард Потион, нам как раз нужна была бодроданка. Хорошо, дальше, дальше, ученый, дальше. Теперь мы добавляем сахарку. Сахарку, что... Еще его называют ККН. Его шугар называют. Да, шугар ККН, короче, это такие, знаете... Порошочка для... Порошочек, который вас ускоряет. Порошочка для спидов, да. Порошочек для спидов, да. Хорошо. Вот мы добавили, мы сделали Potion of Swift и Nessus. 20% спиды, да? Да, теперь мы делаем Glowstone Dust. Добавляем, у нас будет... 40% спиды, прям максимум, да? Да, да, да. Хорошо, ой, я вас слушай, понял. Мы с тобой прям водяру изготавливаем. Самогон. Так, ну давай. 3 литра, прям 3 литра. Хорошо, молодец, молодец. Спиды готовы. Спиды готовы, давай. Ой, ну все, Эдисон, ты готов просто? Я готов, давай, подыхайте, подыхайте, ученый, во имя науки. Во имя науки, во имя науки. Опа! Ну молодец. Вы справились. Спиды как бы помогают. Спиды помогают. Обращайтесь к самогонщику, будет гнать самого. Самогонщику Евгению, я вам сделаю любые спиды на ваш вкус. Вот. Ну, нормально, да. Мне понравилось, мне понравилось. Жека под спидами. Хорошо. Ребята, в принципе, мне кажется, на этом уже можно заканчивать нашу серию безумных ученых, да? Если вы хотите новую серию ученых как можно быстрее, вот прямо сейчас лепите огромный палец вверх. Чем быстрее мы, чем больше, точнее, мы лайк наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Да, и отдайте мое тело науке! Во имя науки отдайте тело науке. Да. И, ребята, спасибо большое за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.